Капитальный ремонт домов все-таки будет. Вот только если по федеральной программе старались отремонтировать все и сразу, то сейчас ремонт разделяется по видам. И осуществляется он за счет собственников жилья. Таков жилищный кодекс 2005 года. К местам общего пользования относят это стояки внутренние, холодного, горячего водоснабжения, канализации, нижняя разводка, которая идет полностью по подвалу, подлежит как бы заменить, которые относятся тоже к местам общего пользования. Это лестничные клетки, крыша, фасады. В общем, все, что относится к местам общего пользования, все, значит, мы ремонтируем за счет средств платежей населения. Запланировано работ на сумму 76 593 000. Всего в этом году будет отремонтировано 98 домов, где домовые сети или газоснабжение приведут в порядок, где кровлю заменят, а где подъезды надлежащий вид придадут. В доме 7В по улице Ленина наконец-то ремонтируют подъезды. Жители ждали этого уже почти 40 лет. Больше 30 лет ждали. Вот 73-го года. Это сколько вы? 70, где-то 39 лет ждали уже этот ремонт. Ну, они должны уже через 30 лет сделать ремонт. Качество еще надо посмотреть, как они сделают это в первом подъезде. Вроде ничего, я посмотрел там. Качество хорошее, краска такая яркая, приятная. Ну, основной надо и от самих нас зависит, чтобы не портить. Работы идут полным ходом, параллельно во всех подъездах. На каждый уходит не по одной неделе, потому что ремонт выполняется в несколько этапов. Надо очистить стены от старой штукатурки, подготовить, заново оштукатурить и покрасить. Все это сопровождается пылью и неприятным резким запахом. Вот только не все жильцы хотят это понимать. Чтобы жару подскоблили, все, пыль такая, дышать невозможно. Видишь, подышать. Чего целый день сидите тут? А сколько мы сделали, никого не волнует. Но не все нуждающиеся дома будут отремонтированы в этом году. На счету многих не хватает средств, потому что ранее там проводились какие-либо работы. В этом случае ОЖХ предлагает собственникам собрать дополнительные суммы. Не обязательно сразу, можно и в рассрочку. Только на такие манипуляции должна быть согласна большая часть жильцов. Ведь теперь, как и все работы, капитальный ремонт и сбор средств управляющие компании обязаны проводить только после общего собрания и сбора подписей жильцов. Наталья Бурова, Азат Давлетшин, Ренат Юмакаев. Время новостей.